На 84-м году ушел из жизни советский и российский журналист, писатель и драматург Владимир Губарев. Об этом сообщается на сайте Союза журналистов России. Причина смерти журналиста не уточняется. Владимир Губарев родился в 1938 году в Белоруссии. Он работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», где занимался темами науки и освоения космоса. Он также освещал проблемы геологии, природопользования, управления горной промышленностью. Помимо того, журналист вел цикл передач «Реальная фантастика» на телеканале «Культура». Он написал 6 пьес, среди которых «Саркофаг», посвященная Чернобыльской аварии, имевшая большой успех за рубежом. Также в послужном списке журналиста множество интеллектуальных и научно-популярных работ о космосе и научном прогрессе, 14 книг в серии «Судьба науки и ученых России».